Дорогие наши девушки. В этот прекраснейший весенний день мы поздравляем вас с 8 марта. Сегодня замечательная погода, обстановка просто благословит нам снять прекрасное видео, где мы читаем вам восхитительное стихотворение Сергея Есенина. Название не знаю. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. С алым соком ягоды на коже, нежная, красивая была. На закат ты розовый похожа, и как снег, лучистая и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло, как звук. Но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок моет лапкой рот, говор кроткий о тебе я слышу, водяных поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряной лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. От себя хочу добавить, девчонки, с праздником вас, с 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья, вашим близким тоже, чтобы были всегда рядом. Также вам успехов, мужа богатого, чтоб любил вас, и вы его любили. Здоровых детей вам. Ну, счастья. Дорогие наши девушки, мы от всей души поздравляем вас с 8 марта. Мы желаем там всего вам самого. Там, Вася, вот, это, ну. Вообще, на самом деле, мы желаем вам всегда оставаться такими же красивыми, замечательными, потрясающими, восхитительными, волшебными, умопомрачительными. А мне сказать не надо, пожалуйста. Говорят. Волшебными, умопомрачительными, прекрасными, выражительными.